Баруха та Адонай Логейну Мелегалам, Ашарбихабану, Миколь Гамим, Винатан Лану Атторато, Баруха та Адонай, Нотен Гатара. Блажен ты Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас среди народов, даровавший нам Тору. Блажен Господь, дающий Тору. Амен. Присаживайтесь. Так, 52 минуты. Так, сегодня очередной раздел Торы. Он называется таким непривычным словом «Матот». Это книга Бамидбар или числа, 30 глава, 2 стих, 32 глава до конца. Ну, то есть 30, 31 и 32 глава. В этом разделе говорится об обетах, о войне для мщения с медианитянами и условия, на которых коленом Рувиму, Гаду и части колена Манасии позволяется поселение на восток от реки Иордан. Они пришли к Моше, говорят, мы хотим немножко пораньше получить землю, пожалуйста. Ну, у них состоялся разговор, вот и об этом тоже здесь говорится. Раздел так называется, почему? Потому что он начинается со слов. «И сказал Моисей начальникам колен, Матот, сынов Израилю, говоря, вот что повелел Господь». То есть здесь слово «колено», оно лежит в основе, значит, этого слова. Обычно, когда говорят о коленах Израиля, применяется слово «шевет». Вот. А здесь «матот». Ну, оно достаточно редко применяется. Вот. И оба слова, они обозначают посох или знак власти. То есть колено, посох. Да? Вот. Единственное такое, шевет – это посох, сделанный из свежесрезанного дерева. Он еще полон сил. Такой еще зелененький, да, тяжеленький. Вот. А матот, он сухой. Он уже высохший, такой конкретный, да, крепкий. Вот. И это хороший повод для комментария. И вообще есть комментарии на эту тему. Вот. Я бы тоже с удовольствием бы поговорил бы, но... Верю, что Бог дал мне немножко как бы по-другому повернуть. Вот. И в начале, перед чтением конкретно, мы будем сегодня говорить о 31 главе притч, вот, о войне чтения с медианитянами, но я хочу немножко в контексте того, о чем я буду говорить, поделиться с вами тем, о чем я размышлял в течение этой недели. Это было мне дано, я с этим ничего не мог сделать. Вот. И я верю, что это тоже, наверное, кому-то важно. Вот. Я люблю вообще поиски смыслов. Я люблю конкретные действия, значит, которые мы делаем, да, как-то свести к пониманиям. Ну, в философии есть такое слово, дефиниции, значит, там, законы. Да? Вот. Вот именно к вот этим вот к пониманиям, конкретным пониманиям, а что же мы делаем? Вот. И я, знаете, я размышлял на этой неделе, я вот размышлял, а что мы делаем, вот, когда мы приходим сюда? Вот как это назвать? Ну, понятно, это вот служение, да? А в чем его суть? Как его вот пощупать, да? Вот зачем? Зачем это? Ну, вроде бы понятно, это вроде бы ну, нужно ходить, да? Вот. И знаете, вот размышлял над этими простыми вещами, вот. И я понял, что мы, я свел для себя в такое понятие, что мы занимаемся богопознанием. То есть все, чем мы делаем, мы занимаемся богопознанием или поисками лица Божьего. В 15-м псалме Давид говорит, «Слово Твое говорит в сердце мое, ищите лица моего, и я буду искать Тебя, Господи». То есть Бог, Он призывает нас искать лица Его. И то, что мы делаем, друзья, это не просто служение, да? Вот танцы. Танцы, например, да, вот, что это такое? Это богопознание, то есть мы, наши вот, танцующие, они нам показывают, насколько он велик, как он достоин поклонения, как он близок к нам, да, и как нам надо смиряться перед ним. Друзья, это разговор, вот, когда, вот сейчас были свидетельства наших братьев и сестер, друзья, это богопознание, это поиски лица, вот, то есть мы видим, какой он. Вот. Нам нужно знать, какой он, да, что ему нравится, что в его сердце, что ему не нравится, что нам, его творением делать, чтобы угодить ему. Ему нравится вот это вот. Он говорит, я люблю богопознание, хочу больше, чем ваши жертвы. Мне это близко, мне это нужно. Вот. И когда вот сейчас я буду читать Тору, да, значит, мы будем там читать слово, это тоже богопознание, что-то Бог нам скажет о себе, да, о своем лице, какой он. Потом пастор будет проповедовать, это тоже будет богопознание. То есть то, чем мы познаем, это поиски его лица или богопознания. Вот. И это то, что мы делаем вместе, это коллективное, да, вот коллективный инструмент, можно сказать, который Бог нам дал, богопознание. Этот инструмент, он незаменим. Он был всегда, значит, и он будет всегда, по крайней мере, до прихода Иешуа, это точно. Значит, но, знаете, но это еще не все. Вот. И размышляя в глубину,
Что все-таки вот именно, вот, если мы говорим, вот поиск лица Божьего, ну духовно звучит, красиво, да? Поиск лица Божьего, так классно. А ведь его надо пощупать, его надо свести каким-то пониманием, что я должен делать. Но мы уже поняли, приходить в общину, да? Вот, значит, слушать проповеди, комментарии, значит, танцевать перед ним, хвалить его, понятно. Вот, значит, но еще и что-то. И мне было показано вот скиния, образ скинии. Вот, она имеет много смыслов. Я скажу только об одном в контексте вот, как бы, вот моих этих недельных размышлений. Да? О том, что когда, если мы смотрим на скинию со стороны, что мы видим? Мы видим внешний двор, да? Мы видим внутренний двор, мы видим умывальник, мы видим жертвенник. Потом мы, собственно, сам шатер скинию откровения. Да? Там есть святое, и там есть святое святых. Вот, если говорим о поисках лица Божьего, то где нам вот легче всего или его найти? Где, вот, где он находится вот, в образе, ну, через образ скинии? Святая святых, да, в святом, в святая святых. И если мы посмотрим как бы со стороны, мы увидим, что есть путь в святая святых, да, с внешнего двора, даже еще раньше, когда мы были еще вне внешнего двора, когда мы были язычниками, да, вот, значит, или как язычники, значит, когда входим во внутренний двор, да, во внешний двор, внутренний, вот мы проходим это все, входим в святое, друзья, мы можем войти в святая святых. Посланник евреям говорит, что нам это доступно, в Иешуа Мессии. В нем мы можем войти туда. А что мы там находим? Друзья, что мы там находим? Мы там находим ковчег, да? И мы находим Божье присутствие. Бога мы не видим, но Он там есть, Он там точно есть. Вот для меня вот это как бы было открыто именно как вот, знаете, символ богопознания, то есть символ тайной комнаты, молитвы в присутствии Божьем с Его Словом. Понимаете? И когда говорят искать лица Божьего, обычно вот пастора, они, как правило, уединяются, да, со Словом Божьим. Правильно говорю, рыбы, да? То есть они уединяются, они читают Слово, они размышляют, они молятся, да? Вот. И я верю, что Бог хочет именно этого. То есть именно этой степени богопознания. Не только здесь, чтобы на этом не заканчивалось. Понимаете, о чем я говорю? Чтобы оно продолжалось, чтобы оно начиналось с этого, чтобы день у нас как минимум начинался с этого, да, со святая святых, с нашего разговора с Богом, да, в Его присутствии. Когда слово, которое, оно может быть просто, вот прочитано, это логос, да, это просто слово, несущее смысл. Но если мы, оно в молитве, да, если мы читаем и просим разъяснить, оно становится рема. И оно где? Оно ходит в наше сердце, да. И, как Давид говорил, оно не дает нам грешить. Вот, и оно дает нам мудрость. Оно дает нам возможность быть мудрее, как Давид говорил, даже учителей, потому что, говорит, эти откровения – это слово. Вот, и это дает нам жизнь. Оно дает нам силу жизни, желание жить и ходить перед Богом. Аминь. Вот. Итак, друзья, ну, это тот момент, как бы, который, я верю, он важный, понимаете, потому что мы, ну, нам надо наполнять вот эти духовные символы или духовные слова, да, наполнять практическим смыслом, чтобы мы понимали, что мы делаем. Вот. И и, кстати, мы же призваны к этому. То есть, если говорить о смысле жизни человека, то давайте мы вспомним Деяния 17:26, где написано о том, что Он произвел весь род, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли и предопределил определенные времена и сроки, да, вот, для чего? Дабы они, то есть мы с вами, искали Бога, не найдем ли, хотя Он и близко. А зачем? Ибо мы им живем и движемся и существуем. Прекрасные слова, красивее которых, ну, я не знаю, наверное, нельзя найти. В этом предназначении жизни человека, ну, там слово раскрывает и дальше, преобразовываться в тот же образ, да, раз мы его находим, дальше преобразовываться в тот же образ и делать те дела, которые Он предопределил нам сделать. Это сердцевина смысла жизни человека. В контексте сказанного давайте прочитаем выдержки из 31 главы книги Бамидбар, на которых я хочу остановиться. Значит, 31 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, отмсти мидианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». Ну, то есть можно было растянуть это удовольствие, еще там пожить какое-то время. Но Моше так не поступил.
Значит, и сказал Моше народу, сразу сказал, здесь без перерыва, вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против медиамитян совершать мщение Господне над медиамитянами. Короче, он говорит, по тысяче, вот и по тысяче избрали, и пошли на войну, значит, как повелел Господь Моисею, и убили там, короче, всех мужеского пола, и царей их, и так далее. И вместе с убитыми, да, царей, так, а жен медиамских и детей их, сыны Израилевы, взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение принесли в добычу. А все города во владениях и все селения их сожгли огнем. И взяли всю захваченную, всю добычу человека до скота. И доставили, короче, принесли, привели это все к Моше и к, значит, к этому, значит, и к Елизару. Вот, значит, и вышли Моше и Елизар, священник, и все князья общества навстречу им из стана. И реакция Моше. И прогневался Моше на военачальников, тысяначальников и стоначальников, пришедших с войны. И сказал им Моше, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израиля поводом к отступлению от Господа, в угождение фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском поле, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. Ну так, круто, понимаете, как-то так жестко, да? Вот. И, ну мы знаем об этом вообще-то, мы же знаем об этом, да, что так Бог говорил, и что Он приказывал так поступать. Моше ничего не делал того, что Бог ему не говорил. Вот. И мы знаем, что, ну, это есть, но мы просто не всегда знаем, что с этим делать. Как нам вместить Бога, любящего, доброго, который нас кружит, лелеет, значит, во всем, да, отвечает на все молитвы. Как вот это вот, к чему его предел, как нам к этому относиться? И я хочу сказать, что это тоже Бог, друзья. Вы понимаете, о чем я говорю? Это тоже, тот же самый Бог, который отдал себя за наши грехи, который приходит к нам в наших молитвах, отвечая нам. Это тоже его какая-то сторона. И мы не можем обойти. И я не смог обойти сегодня, рассматривая эту главу, я не смог просто обойти и не сказать об этом, что я увидел прежде всего это. Я верю, что Бог, Он напоминает, что есть и эта сторона его характера. Вот. И более того, я хочу сказать, что были народы, которых Бог сказал относиться еще более круто. Вот, допустим, во Второзаконии, в 20 главе, он говорит, а в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение, это Моше говорит, не оставляя живых ни вообще ни одной души. Ну, это вообще как-то оно не вмещается в наше гуманистическое мировоззрение, да, о том, что человек, значит, ну, и так, и дети, знаете, и все. Но предай их заклятию, хитеев, амореев, хананеев, ферезеев, и евеев, и евусеев, и гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. Зачем? Не просто так, всегда есть причина, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим. Мы знаем, что эти народы, они занимались человеческими жертвоприношениями, они убивали детей во имя своих богов, они занимались храмовой проституцией. Вот. И пришло время, когда Бог сказал, вот так вот поступайте. Друзья, и это тот же Бог, который неизменен. Вы знаете, есть проблема в христианстве, когда мы хотим видеть Бога таким, какой Он нам хочется. И это называется идолопоклонство. Мы его часто хотим видеть таким маленьким ягненочком, понимаете, вот, который можно там вместить в сердце, а можно не вместить, можно поставить, а можно не поставить и так далее. Понимаете? Но Библия учит нас смотреть на нашего Бога и Творца, и Отца реальными глазами, понимать, что Он, да, Он есть любовь. Друзья, Он реально есть любовь. И мы знаем это, мы испытывали, мы каждый прошли через это понимание Его любви. Мы знаем, что Он нам простил. Я знаю, что Он мне простил, понимаете, богохульнику и атеисту и так далее. И я очень благодарен, каждый день Его благодарю за это, за то, что Он мне простил, явил любовь, а не уничтожил меня. Я знаю, что вы тоже знаете эту любовь, пережили эту любовь в вашей жизни. Это прощение, это принятие, это исцеление, знаете, исцеление сердечное, исцеление физическое, семейное, множество видов исцелений и так далее, множество благодати, которая излилась в нашу жизнь. Бог, Он явил свою любовь в том, что Он создал прекрасный мир, и даже те осколки этого мира, которые мы видим сейчас, вот, они нас впечатляют своей красотой, своим разнообразием, да? Вот, то есть оно впечатляет нас. И не забываем, друзья, что Бог создал человека прекрасным, Он создал человека совершенным, и Он создал человека вообще-то бессмертным. Там было дерево жизни. Человек не должен был умереть.
Это благодать, это любовь Божия, которую Он в самом начале явил при сотворении. А сколько любви Он явил к еврейскому народу, терпя его и богохульство, и идолопоклонство. И это просто то, что они плевали в небо, понимаете? Вот сотни лет Он терпел, работал, посылал пророков, говорил, прощал, вот, пока не пришло время, соответственно, не случился Вавилон. И потом было время, и пришел Иешуа. Вот, то есть Бог лично для того, чтобы изменить этот мир, для того, чтобы явить свою любовь, Он лично пришел, друзья, лично воплотился, Он пережил то, что мы пережили. Он знает о том, что такое работать, да? Он знает, что такое тяжелый труд. Он же был не в царских чертогах. Он знает, что такое предательство друзей. Он многие вещи, которые мы пережили, Он знает эти вещи, и он лично через это прошел. И Он умер и воскрес для того, чтобы мы имели именно вот это приобщение к Нему, дар вечной жизни. Поэтому, когда мы говорим об этой стороне, когда Бог говорит «уничтожи», мы понимаем, что это, мы воспринимаем это через призму все-таки Его любви, понимаете, через призму того, что для того, чтобы кто-то жил, то есть для того, чтобы мир жил, чтобы имело спасение, должна быть и эта сторона его характера. Друзья, и нам это тоже надо принять и понимать. И тем более, что Бог, Он всегда, прежде чем Он принимал такое жесткое решение, Он проявлял огромнейшее долготерпение. Когда Моше спросил его: «Боже, ну покажи себя, вот я хочу увидеть, какой ты», да? Вы помните, он поставил его в расселину, прошел перед ним и провозгласил: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Вот. И Писание во многих местах, я просто сейчас уже не буду читать, я здесь выписал себе, во многих местах говорит, что Бог откладывает суд. Бог откладывает суд. Ему не нравится наказывать. Друзья, это не в его характере, ему не нравится это. Сегодня еще тоже этому Михея прочитал о том, что он любит миловать. Ему нравится, это в его характере. Ему нравится миловать. Но эта сторона, она все равно присутствует в его деятельности в этом мире. Вспомним такой момент. Когда Бог говорил с Авраамом о судьбе его потомков, Он сказал, что потомки Авраама возвратятся в Ханаан через сотни лет, когда мера беззаконий, живущих там народов, переполнится. То есть, оказывается, перед Богом есть некая мера. Ну, условно, не условно, я не знаю, но просто есть некая мера. Вот. И Бог готов терпеть, друзья, сотни лет. Он терпел сотни лет. Разговор до этого момента уничтожения, он был за сотни лет. Вот, он готов терпеть, но есть мера, которая переполнилась. И я хочу сказать, что, например, тем же самым, если говорить, значит, ну там явно для нас видно, допустим, те же самые евусеи, которых тоже было приказано уничтожить до одного, что, кстати, не было сделано. Вот, значит, они знали о Боге, друзья, они знали о Боге. Мы вспомним, что во времена Авраама, ему навстречу Аврааму, там после того, как он победил этих пять царей, значит, вышел кто из Салима? Мелхиседек. Написано, священник Бога живого. Друзья, то есть царь, он был царем Салима, то есть будущего Иерусалима, да? И он был священником. И можете быть уверены, что евусеи, которые там жили в это время тоже, или предки их, да? Значит, и подданные царя, они верили, то есть они были верующими людьми. Но прошло время, и они стали идолопоклонниками. Итак, Бог любящий, друзья, Бог любящий, Бог благословляющий, Ему нравится нас благословлять. Это в Его характере. Он реально относится к нам, как к детям. Но сегодня в моем комментарии то, что я увидел, ну вот эта сторона, мы тоже должны, как его дети, мы должны знать о том, что это есть, это было. Был потоп, когда гибли, наверное, миллионы, может, миллиарды людей, не знаю. Вот, когда был Вавилон. И, например, Откровение, оно говорит о том же, будет нечто подобное, потому что чаша беззаконий народов, которые сейчас они тоже плюют в небо, понимаете, она переполняется, уже подходит, уже время подходит. И 19 глава Откровения, она говорит об Иешуа, который здесь показан.
показан как сидящий на коне и называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. И очи у него, как пламень огненный, и на голове много диадим. Он имел имя, написано, которого никто не знал, кроме его самого. И он был облечен в одежду, багрённую кровью, имя ему – Слово Божье. И написано о том, что он пришел с тьмами, он придет со тьмами святых, вот, и схвачен был зверь, и с ним лжепророки, брошенные в озеро огненное, а прочие были убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. То есть я хочу сказать, что есть эта сторона. И она касается также, я понимаю, касается также и нас, в общем-то. Она тоже в определенной степени касается, потому что есть мера и каждого человека. Там не написано вообще-то, я как-то не помню, чтобы где-то была именно мера на каждого. Да? Но написано, что книга есть, да, где пишутся наши дела. Но есть такое понятие, как, вот, как грех к смерти. Вот. И есть разные как бы комментарии, разные понимания. Вот. Но мне ближе понимание того, что это не просто некий грех такой. Ну вот его совершил, вот можешь, вот все грехи, там 99, можно, это не к смерти, а вот сотый, это точно к смерти. Я не верю в это. Я верю, что грех смерти, это нечто, знаете, это путь. Это грешный путь, когда человек, он, вот как вот эти народы, он идет, он сознательно грешит, зная, что Бог от него требует, да, и потом вдруг мира переполняется. И потом приходит огонь поедающий. Друзья, я верю, знаете, я верю, что Бог, он настолько благ, понимаете, что он не хочет, чтобы это было в нашей жизни, но он предупреждает нас, он говорит нам, друзья, помните об этом. Он говорит, чтобы мы имели вот этот страх Господень, да, и чтобы со страхом мы совершали свое спасение. И вот эта нота благоговения, понимания того и этой стороны его жизни, она также должна присутствовать у нас. Вот. И закончить я хочу таким, знаете, жизнеутверждающим стихом из Псалма 15, также Псалма 15 Давида, где он говорит Господу: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Это нам предназначено. Друзья, нам предназначено, чтобы в поисках лица Божьего мы находили не эту сторону, а вот эту вот полноту радости, блаженство из Его руки Он предназначил для каждого, кто уверовал в Него. Слава Ему и спасибо Ему за все. Аминь.